центре обычно там Лёха, а такие. прислужников два всего выходит, жрец и вот этот какой-то хер еще. Да. Провидец. Провидец и жрец. Надо первым убить жреца всем. Дальше второго провидца бьют только РДД. Милики в этот момент бьют босса. А еще насчет стаков. А кто стаки ловит? Все по очереди? Светомагеры должны ловить эти порталы, закрывать. Смотри, один стак, 1000 урона. Так что смотри, сколько набираешь. Ну это только в тот момент, когда ты набираешь. Когда ты там набираешь где-то 10, по тебе 1000 по 4 будет бить. Секунду? Будет бить. Да. Да, в секунду. Там, ну маги глыбы скинут же, да? Нет, они постоянно, их нельзя сбрасывать, они тебе постоянно... Не, ну, то есть... Да. Не увеличивают твой урон на 10%. Один стак? 1%. То есть он не увеличивает твой урон. А, и стаки не пропадают с течением времени, нет, правильно? Нет, они до конца боя, пока не умрёшь. То есть я набираю стаков 30 и стою по хищению жизни, да? И ты упадешь сразу. Конечно, блядь. Там хуя урона. Это понятно, то есть кто-то должен рядом стоять и краем глаза смотреть за тем, кто, если отбежит он, чтобы сразу встать. Типа заменить. Всё, да. Главное это сбитие костов присту и быстро его, блядь, слить. То есть быстро сливаете приста и будет все нормально. Самое главное ему каст сбить, косты сбивать, чтобы он не... Великое исцеление 20% от макс хп босса хилит, если что. Чернтролль, по мне СС закинь, а этот, а по Кавату закинь Делорус. Кто пробит щит сбивает? Каски еще башни, распав. Кому каски? Ханту. То ли еще будет. А на чем мы тут вайпались, я так и не понял. Если такой босс изичный. От пирани будете отворачиваться, он мир дамажит. Он, если будете отворачиваться от коста, сбивать каст великого исцеления и дамажить, как на Ларе в Хеймке. А кто каст жрец, да? Не забудьте, главное отвернуться от приста, когда идет большой каст. Колодец светом называется? Да, типа того. Кольцо. Вешайте еще косноязычие на всех этих мобов. На босса, кстати, чернтролль, поддерживаешь косноязычие. Ой, метки поплыли, блин. Да, забейте на метки, не бегайте. Пусть они поплыли. Да, босс, убьем, короче. Лех, так же, да? Геру на первого моба кидаю? Да, 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 да. Врата появились. Сейчас будет лучше. Сапрот выпить кто-нибудь. От Делорус ловит. Смотри, много не набирай стал. Сапротом полегче будет. Подмените его. Тихо. Мобы. Выходят. Мобы, мобы, ловите мобов. Они жрец за... кару юзает. Жрец с меткой. Опять кара. Хил! Диспел. Не сбили. Хилил босса на фул. Диспел. Прохил рейда. Диспел. Лишку похилить бы. Заберите луч. Кто не диспелит мне, кто, блядь. Заберите луч, который нам нужен. Луч подмените, просто. Все, он умер. Врач. Вот видите, все, кто мрет, блядь, не отворачиваются. Поздно. Потом провиция РДД, провиция РДД. Братан, 10 стаков. Луч. Меняйте. Травицы РДД играют. Эти. Стаки, ну, берите. Луч подмените. Повис. Блять, зря ты это каталки. А, что тут даже 6 стаков и уже так шибет? Да. Не меняйте друг друга.
АДД, почему вы играете босса, блять, а не в провидца? Сейчас вторые моды. Лёха, и... Лёха. Да, блять, РТТ не играет. У вас мобы в первую очередь должны сливаться. А кто-то брусти сразу в моба. Ой, в босса. Спел. Танк лёг. БР. Дай этот же Найн паковать. Новые мобы выходят. Быстрее, в кучу ко мне. Даун сразу. Хорошо. Новые мобы вышли, с рейнджа уже убили Кирса. Ну это понятно. Лёха, смотри, а сколько шот? А сколько действуют стаки? Не, ну конечно, если моба не бить, то смысл. Какие стаки, которые ты лучом этот закрываешь? Да, сколько они времени идут? До конца боя. Понял. У меня вопрос, а как бить моба, если человек держит луч, а моб вообще в другой стороне нахуй? Его должны подводить. Ты босса стал, блять, вот под босса стал, и бьешь с под босса этого, блять, ебучего моба. Ну, он анкил стоял, а моб вообще, блять, за там 35, анкил, наверное, 40 метров стоял. От него бы. Он мог ближе стоять. 10 стаков под саппортом. Ну, там где-то 300 резиста, 7к. Не вставайте же, говорили. Полина, это так серьезно прошибало весь бой? Да. Сегодня днем. Полина далеко сдох, нет? Я в шоке. Возле босса, блядь, я просто. Фарад, ну просил же, не вставай, блядь, сейчас босс. Так ну, меня окей, выкинуло там из игры. Лех, а смотри, вот. А луч он сразу, да, идет? В начале боя? Первый. Нет. Там где-то через секунд 30, а, ну где-то, ну, да. Каждый луч идет. Может быть, милики останутся штуки 2, наверное, чтобы чисто пока били, пока луч закрывает, а остальные потом уже это как-то поменяли их. Смысл в том, что вы с повышенным уроном сливаете адов, и потом, когда в конце уже ближе, как мы поняли, ближе к убийству, короче, переходке второй фазы, у вас уже должно быть очень много урона, тогда и можно и босса подбивать. Поэтому приоритет сейчас идет только ады и только. Там максимум, вот, где-то, ну, сколько, стаков 15, не вас больше. Вас должны были подменять даже милишники, по сути-то так. Не только РДД могут брать. 10 стаков, это уже 7000 урона в секунду идет. Говорю, вас могли подменять и милишники вполне очень сколько легко. Сколько стаков набирать? Больше 10 стаков. По 2, по 3 стака, типа, максимум набирайте и все. Вам рез давать? Давай мы срез. Так какие 7 тысяч? Ты че, вот, 3700 по мне било, сила бездны. 10, мне, я тебе говорю, мне било по 7 тысяч 10 стаков. Через саппорт, который 180 дает. Это скорее радиоактивный обстрел всех хуячил. Не-не-не. Повышенный урон по адам всему рейду, это профит ДПС, ребят. Имейте в виду. Не забывай, что тебя может и убить при всем этом. Да, может и убить. Но если вы будете по чуть-чуть брать стаки, то вас и никого не убьет. Анкил сейчас умер от того, что он кричал: замените меня, замените, но его так и не заменили. Так а зачем кричать? Ты просто убеги от луча и все. Да. Луча. А чё, а луч дает боссу урон? Понятно, что ты стоишь вообще, блин, с другой стороны комнаты, а тебе все равно приходит эта дезориентация. Смотрите, луч, а в с любой стороны прямо попадает боссу. Если вы отходите левее, правее, луч по вам не бьет, блядь. Вы сообразить сами не можете головой своей? Проще, кстати, его передавать, просто забегая за кого-то. Вы пока влево-вправо отбегаете, он еще метров 5 за вами тянет. Ребята, ну как, блять, в каре гер там на драконе этот луч стоит. Да-да-да. Как там менялись? Вот встали в цепочку. Вот, блять, кто первый к лучу, тот бьет. Перед ним встал еще один. Просто стоит. И этот набрал свои нужные стаки, ушел в сторону. Автоматом в того стоящего перед ним и уйдет этот луч. Вы можете с лучом хоть в мели стоять.
Это не там милишник на всякий случай у босса стоит спиной к этому лучу. Если РДД кончились, значит в милишника попадет. Нет, это понятно. Я просто думал, что этот луч дает, если он ни на кого не направлен, он дает боссу урон. Да. Вот в любом случае. Это так и есть. Это так и есть. Там, а если на боссе долго висит этот луч, эти мобы, они начинают превращаться в других мобов, которые будут намного же. Там каждые 50 стаков он, по-моему, касс сдает и превращает в каких-то... Если на боссе 50 наберется, да? Ну, где-то так там, да. Может быть, как-то людей расставить, значит, ну, по лучам как-то более приоритетно, чтобы они лучи там... По очереди, типа. Ну, да. Смотри, бой сколько? 10 группам. Минут, да? 10 минут. Давай поделим по калькулятору. Раз в минуту появляется луч. Короче, твой, ты с коватом на боссе, чтобы я, блядь, мог смотреть за рейтом. Смотрите. Но. По поводу еще одного нюанса. Народ, чем больше вы на ренже друг от друга стоите, тем вы меньше урона получаете. Почему так? Еще есть один нюанс. Объясняю почему. Потому что вот эти дебафы, которые вешаются на весь рейд, они уешат. И не уешат нихуево так. Вот, мы их диспелим, Но опять же, пока по всем пройдет диспел, это уйма дохуя урона. Леха, вы можете проверить, на скольки стаках на боссе выходит моб? Нахуя? Приоритет нахуя вады. Нахуя вайп, если да. Мы знаем, что... Если появляются эти вады, это вайп. Милишники тоже помогают бить адов. Мы в них закопаемся просто. Сначала весь рейд полностью выбегает два моба. Один выбегает жрец, второй выбегает провидец. И когда они выходят, сразу кастуют хил. Киса забирает провидец, я забираю жреца. Вот. Все полностью играют жреца. Полностью, блядь, все. Блядь, все полностью дамагеры. Не кто-то, блядь, там, блядь, два человека, три. А все полностью сливают жреца. Потом милики бьют босса, РДД сливают провидца. Вроде, блядь, легко и просто все объяснил. А они всегда вот первые с одной стороны выбегают или им похуй? Они выбегают с разных сторон, вообще похуй откуда. Рандомно. Ребята, есть возможность ада, которого надо бить, завести прямо в босс? Нет. В принципе, его можно завести, но будет неудобно банально тем, что... придется, когда он стоит с одной стороны, допустим, вам проще отворачиваться. А когда он стоит в середине, вам хуёво будет отворачиваться. Мне кажется, наоборот, все всегда смотрят на босса, будут кривить в это время. На малый круг можно подвести. На край малого круга будет. Не забывайте один маленький нюанс, он вокруг себя уешит прист. Прист, да. Кольцо света кидается в ауешке вокруг себя. На всю комнату. Леха, а можно попросить? Вот ты прист выйдет, да? Ты поставь на него звездочку. Я буду приста забирать, ты на боссе. Потому что я не могу, блять, отвлекаться. Не, чтобы видели, чтобы различали мобов этих. Вон, видишь, звезда. Вот кого звезда бьет, ты бьешь того. Ну, типа того, да. Все, поехали. Еще хотел. Кават первый. Кават первый, потом объясню. Ну, че? Поехали. Метки не надо ставить, метки бесполезны. Ой. Минус калат. Масса поднимай. Чего встал он там? Ой, забирать будешь там? Я забрал. Ну так, блядь, не вовремя ты забрал. Он, наверное, заново забрал. Разделяем. Мобы идут. Там будет подменить. Ой. Каст, идите, сбейте. Каст, сбивайте, сбил. Поехали по жрецу. Отвернулись. Диспел, блять, молдоз... Ну где диспел, блин? Ебучий случай.
Что за присты, блядь? Минус 4. Будет, блядь, диспел, не будет вообще. Хуй знает. Ревность, ну, блядь. Ты задрал его отворот. Кидывать. Ну, минус 4. Вот, блядь, где диспел по Джокеру? По кислому, где диспел? Вы, блядь, кидаете в разнобой, вы понимаете, где это находится вообще? А я сейчас кучу. Играю. Снимите луч с хила. Мне точечные надо уже, у меня 13 стак. Да все, бейте, блядь, провидцы РДД. Это все РДД. Я. Да не подходите вы близко, от Фарада, что ты тут, блядь, стоишь? Ты урон получаешь. Так ты не видишь, что можно ли? Ближе к нему боссу подойти, смотри. Вот. Вы, о, блядь, босс, тут лучи. Бой. Я не достаю из-под босса, да и бучего провидца. Можно чуть-чуть поближе его держать? Теперь сам станешь. Сейчас этот расстрел закончит. Никого бы. Да пока что никого, Кирс просто хила. Да-да, сейчас буря закончится у моба. Моба сдут. Жильца забирают. Дайте ребенка у меня. Провидца иди забирай своего уже. Каз били. Жильца бьем. Санты сдох. Отвернулись. Каз сейчас будет сбить. Сбить Каз. Сбили. Вроде все так просто. Получал уже. Блять, все легко и просто. Просто, блять. Присты где-то не диспелят и блихует знает, что там происходит с ними. Блять, они кидают в одно место диспел. Вы, блять, не понимаете, где у вас рейд стоит? Суть в том, что мы только моба убьем. В смысле моба? Ты смотри, сколько у босса. При том, что каст хила прошел. Так каст хила прошел два раза. А кто бьет босса? А, каст хила проходит там на, блядь, лямов, наверное, 10. 20% от макс хп босса. Мы сегодня еще провидцу. Вот. Мы сегодня провидцу сбивали щит. Там три игрока сбивали щит и сбивали ему каст. Кто помнит, какой каст провид кастует? Да не надо никаких кастов провидцу сбивать вообще. Не так долго его бить, потому что он на себя еще щит обновляет. Да, да. Потом, а до этого... Диспельнул, все. Нельзя диспельнить щит. Щит там, щит. Когда у тебя половина... Когда у тебя половина рейда сдохла, половина дамагеров сдохла, потому что, блядь, их не диспелит никто. Ясен хер долго бить, блядь. Просто дайте ебучий диспел, блядь. Там чем-то, да, буря сбивается, то ли тайфуном, то ли какой-то хуйней. Попробуйте тайфуном. Может, притяжка ДК там грибует. Нет, буря сбивается, когда щит сбился с провидцы, тогда обычным киком сбивается. Вот, я и говорю, у нас в рейде сегодня стоял Рога, кто-то еще, они сбивали щит и сбивали ему каст. В этот момент все свичились в жреца. Несите хуйню, пожалуйста. Там, когда жреца убили, стали провидцы. Когда в поглощение дамаг уходит, вас, ничего блядь, не сбивается. Да. Все, блядь, люди в рейде сдохли. Одни сдохли от дебафов, вторые сдохли от ебучего приста, потому что не могут отвернуться. Да, нет, он так и так наносит урон, но дизарян кидает только если не отвернулся. Тут еще проблема в том, что мобы выходят далеко, и пока танк до них добежит и заберет, это тоже в любом случае по кому-то урон пройдет. Короче, надо это делать, что-то думать с этим. Просто случаями. Мобы кастуют издалека.
с меткой. Кирс, нужно подвигать там, где минимум 3 человека, ты 4-й. Тогда не умрешь. Ну, блин, я в центре людей стоял. Нет, там был... Как вот эта метка называется? Там был Лёша, я и ты. Нас было 3. Надо, чтобы 4 нас было. Не достал, значит, вставай. Ты с ума не... Не вставайте, блядь. Что ты несешь? Сейчас босс запустится. Ставлю. Я масрез дал. Я встал, другой сначала инста прибежал. Встал, другой прибежал. Прибежал сначала инста и всех резко. Может только один встать. Ну, блядь, так, больше. Ну так я один и встал, все лежали, я прибежал, дал масрез. Он имеет в виду, что. Сейчас нельзя вставать. Если сейчас кто-то встанет, блядь, запустится босс. Так здесь-то зачем вставать? Надо в инс заходить, чтобы дать сумон по ним. Либо так, если... Ты что такое? Я тебе говорю, когда ты, блядь, ресаешься, заходишь в инс, запускается босс. Ну я сейчас зашел один, ничего не запустилось. Прибежал, дал масрез. Был один, понимаешь? Ну, я один был. Уже... Ой, не ругайтесь. Ты был же. Ты ж был до Вариди, ты видел, как это все происходит. Ну да, я поэтому и встал, и всех резнул. Прибежал сначала инстас, там где трэш почистили, всех резнул. Баб. Баб. А эти мобы уходят только по бокам, справа-слева от нее? Рандомно. Окошко. То есть сзади могут выйти? Да. Окошки. Ну, вот здесь. Окошки. Там, где вот эти окошки стоят. С другого окна, да? Да. И лучи также рандомно. То есть 7 окошек, да? 7 окошек, да. Туда шадоуболт прилетает в окошко, из которого луч будет. И они могут выйти один с одной стороны, второй с другой. Или могут вдвоем с одной стороны выйти. Блять, тут это рандом. Жрец желтые хилки кастует. СПВС желтые, ну такие. Знаю точно, если 2 луча. Босс сам по себе вообще изичный, блядь. Просто отворачиваться, блядь, от этой хуетени. Не, потом босс сбивать каст. Да. Сбивать каст, перекрывать луч и, блядь, свичиться вовремя. Плюс диспелить. Все, больше нихуя не надо тут делать. То есть один человек, господа, 2 человека диспелит. 2 человека диспелит. 3 человека сбивает каст. 3 человека сбивает каст. И, блядь, что еще? Ну и все. Остальные просто могут просто дамажить, блядь. Лучи. Ну лучи, блядь, несложно закрыть. Я не знаю, ты можешь говорить, с какой стороны вышел? То есть спереди, слева или справа? Так быстрее, я на спринтах прибегу и беру каст исцеления с... Там, понимаешь, это первый каст рандомный. Это... Если исцеление, это сразу жопа. Если кара, то это нормально. Кара... Да. Я, скорее всего, спину, если сам... Я что-то ни разу не видел, чтобы исцеление первым было. Кара... Было такое в ДВ. Кара по игроку бьет 17 тысяч за один удар. Элбрил готов? Все готовы, поехали. Не кучкуйтесь в одном месте, дебаф кинется, по вас нахуя урона будет. Стойте, приоритет малый круг, но рассредоточен. Мне интересно, понравится. Сейчас банально глядя на позиционку. Ну, Дазар, кто там тебя продиспелил? Римперщик, кто там тебя продиспелил? С дебафом. Блять, что вы делаете? Нахуя? Чё ты туда побежал? Босса бить будешь? Мобы вышли. Я с удовольствием бы забрал сейчас моба. Трей, вот. Кара! Кара! Истрение! Не сбили никого. Ну, Дазар, блять. Стоишь возле этого, кас не можешь. Ну хули, невосприимчивость, нахуй. Я вроде бил. Так что пиздец, кавал. Босс на пух какой, значит, не забил.
не сбили там. Или не сбили. Стал будет. Отвернулись здесь. Смотрите вы между собой, не стойте вы как долбоебы все в одном месте. БР или Войда убьет. Так это звездное БР... пламя, оно неуешное же. БР есть у кого, дайте быстрее кого. Кого-то БР дайте. Кого-то у меня заберешь, но я скажу когда. Уже забрал. Хила, луч забери. Если есть еще один БР по Войду. И бей, коника. Причем можно бить. Сейчас тайфун сбил ему как. Диспел грим персика, блядь. У вас хилбот стоит, блядь. Вы видите, кого диспелит? Неликса сменить. Есть БР, кого? Персика или Войда? Войда. Потом заберешь после меня Войда. Лорусы сменить. Оба вышли, новые, нет? Забирать? Да. Его нет еще. Вышли. Вот, вышли. Его. Хитя, жить. Да, сейчас заберу. Кара. Убил. Кару-то зачем можно избивать? Ну чё, с меня босса не снимали, да? Мне звезда чёрт. Отвернусь. Вот смотри, таунт сейчас дал, и он на тебе один хуй. Жреца на себя танки заберите. Ты смотри на мой дебаф, не на босса. Зачем ты на босса смотришь? Ты на дебаф должен смотреть. Ковать появился дебаф, ты таунтишь. И давай таунт после того, ну вот как я таунтил. Я стаунтил, а босс все равно на нем остался. Понимаешь, там три раза сюда, можно сюда, там... Сюда, друид. Мост он. Отверну. Каз. Вот сейчас забирай. У нас танки на больше дохнут. Да ебать его в рот. Короче, идет просто невосприимчивость. Все. И что с этим делать? Нет, там, понимаешь, там три раза танк можно прожать. Три. А потом сколько, через сколько можно в следующий раз нажимать? Бля, 20? Ты по дебафу смотришь, на ковате есть дебаф, значит на тебя босс должен быть. Если на тебе дебаф, значит на ковате должен быть босс. Там вот этот промежуток, блядь, наверное, секунд 20. Да не, меньше там секунд 5. Она стоит сейчас под боссом, у вас потом там, бей. Короче, дает чародейские стрелы, после них вешается дебаф, который после стрел света убивает. Потому что после стрел света сразу вешается дебаф от света. Там дебаф вешается после чародейских стрел и после света. И после тех вешается. Если два вешаются, то да. Это ваншот. А что если у Войда ДКшник, может, его иммунный есть? Потому что только у него иммунные идут. Какие иммунные? Я хуй знаю. Дебафа нет, он вешается все равно. Вот, может быть, твой таунт на иммун на босса. Попробуйте что-то сделать с этим. Дядя, что с этим делать? Да это физика. Да у нас тоже таунт магия, вы чё? Не, у нас получается иногда, ну, между собой, но иногда просто не забирает. Она у всех магия, короче. Понимаешь? Здесь... Смотри, я реально три, блядь, таунта могу прожать, пока дебаф. У меня вот вопрос, какой там АУЕ урон идет? Блядь. От какой способности, от чего? Которую надо диспелить. А ну не АУЕ, ты почитай от там. Бури, одиночный... От бури, буря провится, он стоит, кастует бурю, которую... Буря, потом обратный поток. Если ты стоишь на близкой звездное пламя провису, тебя хуярит это АУЕ. Пускай вон кислый попробует потаунтить, может лучше будет, я хуй знает. Попробуйте, блядь, посмотрите, как это интересно, наверное. Могу спокойно таунтить, но, блядь, я тогда не смогу на вас отвлекаться. Я половина хуйню. Ну, понимаешь, в невосприимчивость оно уходит, и что делать, там ничего не сделаешь. Таунт он пока 8 секунд отдешивается. Пока он еще раз дает.
Ну так, а он пока откдешивается, этот 8 секунд, его начинает стрелы бить света, если умирается дебаф, он падает. Блядь, не сразу таунтишь после того. Вот, когда на него только, блядь, наложился дебаф, уже таунтишь. Они, блядь, тогда, когда, блядь, ну, блядь, там 15 секунд, ты шутишь? От стрел до стрел там, блядь, пиздец, времени. 15 секунд там, блядь, спокойно. Слышишь, Коват, ты название дебафа знаешь, который вешается? Блин, я не запомнил. Блядь. Кто я там, просто кто? Тебя запомнил, как цели смотрю. Да я тоже запомнил, блядь. Он, мне надо, чтобы Вуду, блядь, показывал, нахуй. Но тебе не показывает, я запомню цель, нажал, не показывает, нихуя. Смотри, возле категории, возле премиум. Возле категории показывает? Нихуя не показывает. Не, у меня показывает. Этот, так... адмирал, дай мне это, скиллы, которые вешаются на танках. Название. Раздавака, тебя не достать. Блять, кого там не достать, где не достать. Короче, сейчас, Кават, запоминай название. Я свое и твое запишу в Вуду себе. Вот, да-да-да. Чердейская и вторая какая-то световая не стыдит. Это еще говно второе есть. Второе сейчас говно сейчас... можешь не обращать внимания. Там только один дебаф. И все равно надо один хуй. Вот это? Да-да-да-да-да. Сейчас я запишу. Проверку. Сейчас, секунду. Вот, чародейская нестабильность, только во время вот этого дебафа. Блять, когда уже перестанется дохнуть, реально, блять, ничего сложного уже, блять, нету вообще. Секунду. Танком перетаунтить, блять, с этим. Вторым танком словить мобов, поставить, блять, убить мобов. Да там все. Каст еще прошел, она отхил, это уже жопа. Но при этом два жреца убили, это хорошо. Балдазар, блядь. А, подожди, Полина. Почему не сбился? Жрецов-то убили, а босс на фул хп. То есть на секунду, прям буквально миллисекунду. Потому что упал. Один каст не сбили, там каст так, по 20% хп босса. Вот именно установил. Я про что и говорю. Это уже сразу минус просто. Толку, короче, что били проблема вначале в босс. Проблема в том, что витражи вот эти очень далеко находятся. За 70 метров от босса. И они начинают прямо оттуда кастовать эту хилку. Хуй ты чё успеешь? Да не хилку они кастуют, они первые... Они вначале кару кастуют. Они во вторую кастуют. Как вариант расставить 7 элемов возле каждого витража, чтобы они сбили каст. Блять, он начинает кастовать, когда он находится практически на большом круге. Ну тогда я хуй знаю. Тогда каст не сбивает. Нет, когда выходит, сразу кастует кару. А потом исцеление уже поближе маленько. Так исцеление, я говорю, он кастует на малом, на большом круге. Ой, блядь, как же все сложно с вами, ну реально. Как вы, блядь, долго врубаетесь, вообще нихуя не понимаете? Меня это, блядь, поражает. Локи здесь, готов, нет. Дай каску. Конек, что не хватает. Каску. Да, Локи, что? Здесь, нет. Кто монорик кидал? Я. Вот кинь на медведя 10-минутный клок. Лёх, каску дай, пожалуйста, я прям втыкал. Вон, гевка есть. Локи здесь нет. Да нахуй 30 и 10 хватило. Да я думаю, 4 шамана поставит на МП-5. Где Локи? Ну, Лёх, как бы ранее ставит. Здесь. Вижу. Бафы дайте по нему. Сопрот обязательно. Все, поехали. По готовности пуляется. Сейчас проверим. Повесил. Вижу. Вот так хули он так забрался. Блять, это на пол такой охуенный, наверное. Серьёзно? Танк умер. У меня забирается все нормально. Зайти надо кашку подколоть. Выверить некому? Каст... Есть боя рукава? Я 2 минуты. Где у моста и кислорода? Наверное, да. Моба. Вот, блять, видишь, сколько времени?
Да, ну, блядь, сейчас нажался таунт, и на меня повешался босс. На мне дебаф. Жрец. Сейчас, смотри, умираю. Каст. Оп. Умер. Заебись. Эй, блядь. Короче, я тоже охуеваю, блядь. Может, давайте без напулов с пула попробуем? На чем тут напулы? Таунт-то 3 секунды, босс на тебе, 100%. Блядь, так я нажал таунт, нахуй, и босс на кавате один хуй остался. Как это объяснить? Ё, блядь, уйди, на тебя стаков до хрена. Как сделать-то, блядь, нормально? Вот себя я забрал, всего не могу. Киса, нажми таунт на босса. Если таунт на босса нажми. Нажал. У него агрол все. Да. Ну заебись. Ну я, наверное, сейчас кончусь. А я еще и луч держу, блин. Нормально. Я что тут один, что ли? Нажми таунт на босса. Да не выносите вы мир, кто там вы. Костя. Ты нажимал сейчас кисты? Надо наоборот в рейд. Да, сейчас нажал. И что, почему? Каст нажал или до каста? Просто повернулся, ткнул и все, я больше ничего не делаю. А ты не заметил, до каста или в каст нажал? Я не смотрю, я двоих танчил. Вот сейчас на мне, я не знаю, какой там каст был. Бьем бьос. Могу бы вернуть, а как? Хун ты. Да уже, там? Блядь, хули. А, три танка. Я еще так луча набрал, ребят, я хуй. Ладно, давай я попробую, может начинать, может будет больше толку. Вышли. Все, у вас нет танков, сами по себе. Ну, меня Кара убила. Пианист, а на жреца не профитнее ли будет поставить ДК? Так как он его может сразу притянуть, это притяжка сбивает каст, и плюс битика. Кстати, да. А вы с Каватом поменяетесь. А притягивать моба? Нельзя? Не притягивается. Слышишь, Кир, давай я начну сейчас. Дебаф можно выносить сейчас, я скажу. Минуту отойду. Потому что я не знаю, что там с пула такое происходит, когда нажимаешь таунт, блять, и босс остается на кавате. Может, какой-то охуенный напул там или какая-то способность. Смотри, сейчас. Короче, кават, сейчас с тобой. Я буду анонсить, блять. Ну так мы когда вдумаешь... Нажимать. Я сейчас воду поставил, я вижу эти дебафы. И так как они. Ну, так как ты говоришь, так я и таунтил. Просто что вы в ДВшном с ним это танчили, тоже сдыхали. И, ну и сейчас, мне кажется, на этом трое тоже сдохнете. Кто-то идет? Нет, волки. Сейчас я ясно все. Потому что сколько-то таунтов дается, а потом невосприимчивость просто. Этого ебаного босса. Не с обилкой, там, короче, есть такая хуйня, диминишинг называется. Она не должна распространяться на таунт. Это параша. Она тут распространяется. Кирс, я сейчас перебивать не буду, потом спросишь про эту метку, я тебе расскажу, почему лучше ее вынести, если есть возможность самому просейвиться. Потому что дебаф вешается на тех, кто спас человека. Чтоб дебаф не вешался, целую минуту. Понял. Целую минуту раз в 2 секунды по 4 тысячи урона. Да, урон делим, на нас вешается повышение урона. В ДВшном как-то 7 человек словили эту хуйню и целую минуту дамаг получали. Так дамага дохуя. Да, а если, да. Допустим, ты метку эту вынес, один тебя подбрасывает, как в обычке, просто умираешь при падении, если да. Падается, ты умираешь. Либо, перо, либо ты можешь, если ты маг, пером, если ты перист, там тоже себя можешь. Да, да. Ну а дебаф какой-то может будет, или дотка тоже, или нет, ничего не будет. А вот если мы делим, то на нас, кто делит, повышение урона идет. Мы себе вред наносим, грубо говоря. Скорее всего, профит на эту метку вообще в одному выносить и какому-то назначенному одному человеку давать либо замедление падения, либо левитацию. Я просто сейчас ее когда выносил, понял, в чем края. В обычке глыба скидывает эту взлетку, а тут я прям в глыбе взлетел. Дело не в напуле. Кават, ты бьешь босса, когда Войт тачит? Автоатака только. Да, ну, он все правильно делает. Мне кажется,
3 секунды таунта проходит, и Т5 там Кават может прожимает, и босс на нем. Потому что когда с Каватом танчишь, блядь, все боссы на нем. Только Т5 прожмет. Я Т5 вообще не прожимаю. Давай мы тогда с кислым попробуем потанчить, может будет интереснее. Просто есть люди, которые два раза стаки, наверное, ловят при взлетке вот этой. Второй раз ты просто не можешь помочь тому с дебафом, если он тебе есть. Ты не можешь второй раз словить дебаф, обновить его или что-то Фишка такое. Фишка в том, что когда они танчили с пианистом Каватом, они танчили когда в ДВшном, они долго живут. Почему? Потому что они с ревностным, потому что они с баблом. При чем тут ревностно? Ревностно не работает на эту хуйню. Ну так, а когда нажимаешь таунт и на невосприимчивость, как выживать? Только ревностный прокает, и бабл потом остается. Нету невосприимчивости. Ну... Нету невосприимчивости таунта. Ну хуй знает. Сразу заманчивается. Ни разу такого не было. Есть, нету ревностного, блядь. Ревностный не помогает насчет этой хуйни. Ну у этого кого-то прокало сейчас. Это просто не заехал. А, я думал, это хуйня. Вставается, что я даже рыбу поставил. Короче, танчишь жица, я с Каватом. Да. Я теперь... Для меня рез не дошел. Я теперь ваши дебафы вижу прекрасно. Если двигаю это моба, если он рядом с лучом стоит. Че моба? Задвигаем оба от луча, чтобы ты луч не славливал на себя. Просто я там один был, вы все с другой стороны были. Ну, ты стоял там один, а те люди, которые его ловили, я в том числе и Герн Персик, мы стояли ближе к боссу. Получается, ты своей жопой у нас его периодически забил. Надеюсь, набрал, отвернулся, когда вы подошли. Бафы дайте. Короче, маги, ловите сами себя пелочком. Поможете. Вас бить так сильно. Маги, присты, люди с парашютом, с инженерией. И ханты, да, прыгнуть могут. Остальных ловить надо. Там и Локи портал юзнуть могут, нет? Да, кстати. Да, кстати, да. Портал перед взлетом ставишь и юзнуть. Выносим, да, то есть все понятно. Ой, все, давайте пулить. Кто может? Сейчас. К этому, так. Еще раз, метку на взлет надо... В кучу сносить или выносить сейчас? Если ты можешь задефиться, выносишь. Чего? Вары могут чаржем запомнить. Кто может падение выйдет, те могут выносить. Так... Да, это меньше урона по рейду будет, потому что мы делим урон с вами, и мы получаем... Так просто можно проносить, если слуда не будет такого, кто взлетит. Да, поставь третий. Да, Каспа, это Войт на жрица, да? Я первый. Каспа. Кислый, ты на спицах. Тихо, никто нихуя не говорит. Забирай. Оба. Мобов, блять, бьют и лов. Ловите ебучих мобов. Пирса поднимите. Забирай. Видите, где луч? Подведите жреца поближе к лучу, пожалуйста. Я
забираем. Все еще не резнули. Поднимите Керса, нет? Минус хил. Поднимаю. Рыбов дайте, ману залейте. Забирай. Пора, ведь он убьет, чем... А мне 80 так все. Джокера бы верить. Не сюда он бы. Забирай. А, блин, надо. Бегите. Чё, площадь не перекрывали? Да нет, я вот как раз путешествую. Вы умрёте. Вот эти ады, это вот. О, РДДшникам можно слить этих адов попытаться. Вон, зря. Маба лажа 3. Эти ады появляются только от того, если, блядь, луч босса дохуя нахуярил. И сколько стаков на боссе было? Ну, часто появляется. По-моему, на 20 да, стаках он кастует. Что, наверное, на мне было много. На любом, на ком 20 стаков он превращает, вот, скорее вот, всего. Вот, больше похоже на правду. Превращает в этого чудовища, да? Нет, я просто умер и вылез. Он призывает мобов около себя. Вылупляется из него, да? Значит, больше. Кто-нибудь один жит, резвится. Значит, больше 20 нельзя. Вот сейчас было 20 стаков ровно. И у него скинули стаки. Но это бой уже закончился. Но на 20 стаках, скорее всего, он превратится. Значит, меняться почаще надо. Он скидывает эти стаки, как только превращает. А босс не выезжает? Нет, босс нет. Сам босс? Нет, трэш только. Товарищи хилы. Вы можете встать ближе к боссу? Я стою. Потому что моб выходит из портала, сделает примерно 10 метров. Мы еще не успеваем дойти, но он в вас уже кастует. Я сразу отбежал, вот, никак не успел, смотрю, я убил. Брэкс лежит. Я сейчас была в... Я убил в большом круге. Кисло, послушай. Я сейчас была в боссе, то есть в маленьком кругу вот в центре. И он меня все равно прокастовал кару. Это когда уже легли, наверное. Не-не-не. Сразу. Ты тебя убьет кары? Можешь прожимку давать? Ну я фуловая просто была. 17 тысяч первая кара бьет. Ну не знаю, вот я посмотрел, приз с одной стороны, разворачиваюсь, правит бежит с другой стороны. Я побежал туда. Смотрю, что кастовал, не прочитал, но факт то, что он кастанул в Элбрю, блядь, и Элбрю превратился в ангел. Боже, меня он не убил, нет. Слышу 20 стаков, наверное. Блядь, присумоните меня. Может, прожимку какую-то давать? Нет, этого ада можно отвлечься. Стаков на дамагере не должно быть от портала. Поэтому смотрите за стаками. Босс таунчится нормально. А у нас куча милишников, куча РДДшников. Что угодно. Даже хилу в принципе на крайняк можно взять.
Я брала 14 стаков в деверейде. Ничего страшного. Просто у вас дамага меньше будет. Как там, сила бездны, да, называется? Ну-ка еще раз попробую записать. Этот луч, да, который стакается? Стаки. Во, ты видел? Да. Нормально да, все да. Блетало. А Винканитис обилку я тоже ввела бы в хилбот. Просто я говорю, мне приходится внимание свое обращать на стаки и на дебафы. А на рейд я не смотрю при этом. Оно все да нормально. Ебать, я сидел, смотрел в упор, нахуй. И получается невосприимчивость, и хуй что поделаешь потом. Там прям сразу, как он вешается, в этот момент надо кидать таунт. Ну вот, я и говорю, я так и кинул, и там написано невосприимчивость, и хули делать. Может, как меня... стаки называются от луча, ребят? Стаки от луча, сила бездны, да? Да. Сейчас запишем, буду. Вайпнулись от того, что стаков дохуя было. Первых хадов слили, да, получается? Да. Вторых хадов хоть немного. И да, вторые уже были. Да вроде ада, ты неплохо сливается, тем более он жужен, может и Мэтт отказ сбить. Правда, жалко, что он только один, у нас сова сейчас. Вообще можно девку запустить. В смысле одна сова? Вот еще вторая сова в четвертой пазе. А, имперсик. Имперсик, а у тебя тайфун вкач? Нет, не вкач. Что? Нет. Вот надо вкачивать. Слушай, Неликс, а ты сколько стаков максимум набирал? 10, я больше 10 набираю. Тебе супер хуёво было под ними? Ну, я тебе говорю, сколько там, 7000 урона. Почему-то показывать, я не знаю. Ну, ты по ощущениям как, блядь, ты нормально? Нет, если мне чисто бить, то у меня отхил хороший идет. Вот я просто катин. Думал, может быть, двум шпшкам первым набирать стаков по 15, и они будут слепать нормально отхиливать. Слишком-то хрена. Полина, то, что ты мне говорила, что я умираю... Да, я меня... тебя отхилила вот, больше, чем танков. 7 стаков. Я прожал глыбу, меня полностью отхилили. Потом я ее снял, и опять просел там до 20%. Это было 7 кто-то стаков. Говорит, что там вообще ни о чем урона идет, а просто на 10 стаках 7к идет. Это что-то как-то, да? Дайте еще раз срез. Поехали снова. Только больше стаков. Да вас не достать, вы далеко. А, полученный урон. Следите на большой круг и резни. По возможности танки, которые адов танчат, смотрите, где лучи, чтобы дамагеры, которые на луче стоят, могли доставать до этих мобов. Ну, да, вот. Смысл в том, что они со стаками быстрее адов будут бить, потому что да, повышенный урон. Да, вот да. У меня урон от вратли это от силы бездны. Подведем. Смотри, Пулвяма. Классно, да? Только сначала моба надо найти, откуда он вышел, потом подведем. А чё, типа, больше никто не получает урон такой, как я? Все получают. Ты посмотри, у меня больше всех. 120 там. Редвар 200. Парада 300. Делорус 300. Ну, у тебя сколько? Бабл 700 вообще. У меня лучше, у меня алхимия. Плюс 180. Да, ты за долгонога тебя пробивает. Так у меня 255 своего сопрота. У меня сейчас 310 резиста тьмы. Идея должна стаки показываться. Это было бы хорошо вас прохиливать. Я тебе говорю вот. А еще кто знает, сколько раз, за сколько один стак накапливается? За 3 секунды или за 2? Ну примерно 3, но там не одна точно. На стаке просто посчитать, не сидеть в нем сам. Мирал здесь. Меня слышно? Да. Все, поехали.
Если не трудно, косноязычие покидайте на мобов. Хотя бы на жреца. Соло, в лапку-то повесите. Работает, кстати. Ты его ты пятый стаки. Я следующий. Я просил бот. Брось, отойдешь или скажешь? Вот, Кирса кастанул. Прости. А, убил парада. А я прямо в бочке стою. Серьезно, вы моба стрелять, блядь, не можете. Заберите. Вы умрете. Кара пипец шлопает. Луч заберите. В босса идет луч. Раздавака. Спекнись в хила или открой хилбот и посмотри, какой урон по рейду прилетает каждую секунду. Там бурю кастует. Сбивается, да? Да, тайфун. А, да, тайфуном. Вы умрете. Жужик может стаки взять. Жужик. Мобы идут новые. Нет, блин. Смените Делоруса, я сейчас взорвусь. Он шотает, хули. Нет. Кара. Хил. Ну вот в одну секунду меня кастанул и жрец, и этот провидец, хотя я прям под боссом стал. То же самое, я скидывала свою смерть. В одну секунду. Как это? Мы видим. Там и раздавайте он там. Вот. Хули с этим поделать, я не знаю. Хир. Что делать? Я уже говорила, да, что... Раздавака, если чё, у Мосы ХПС выше, чем у всех других хилов в два раза. Именно ХП. Далку заберёшь. Я тебе говорю, спекнись в хила или вруби хилбот и посмотри, сколько урона приходит по рейду. Тут нереально это нормально хилить адекватно. Я каждую секунду, я даже отворачиваться не всегда успеваю, ага. Мобу, потому что хилить. Кстати, ну чё там ещё, что ещё нужно диспелить? Смотрите. Сколько стаков на боссе? 43. 44. На 50 должны вылезти. Давай посмотрим. На 50 вылезут, смотри. Давай проверим заодно. Так, вот 50. Вот. Вот 50 сейчас. А. Что-то не вылезает ничего. Блять, это боль какая-то, хуй знает. Смотрите, за одну секунду меня кастануло два ада. Меня шотнуло. Крисборна точно так же. Я вначале сказала, Лёша сказал, что Лёша сказал, что это я чушь несу. Но я говорю, не, он не про это говорил. Два... Нет, он про это говорил. В ДВшном составе провидцу сбивали щит и потом сбивали ему косты. И нас не шотнуло. Вот 70, так вот. Алло, ты не понимаешь. 70. Блять, выходит моб из синего витража и прямо оттуда начинает в тебя кастовать карту. Покажу. Я вот где вот лежу, там танчу моб. Сейчас где? Я вот где вот лежу, вот где вот сейчас жену я
рядом тут все. Ой, блядь. О. Я повторюсь, я в центре. Меня шотнуло в центре, повторюсь. Два каста от двух мобов, это шот игрока. 100% это шот. Это все понятно, что шот, это все охуенно понятно. Только как этого избежать? Вот где звезда и оттанчил моба. Из витража вышел моб. Вот ставлю трусы. Блин. И вот отсюда он кастанул. Вот трусы, видишь? Что делать? Ну никак я до него не добежу. Я просто вижу, что он оттуда кастанул. Я не к себе претензия. Что делали ДВшники? Они ставили туда какого-то шамана, который на расстоянии сбивал, или маг у них сбивал. Там рога был, рога был. Рога был, он сбивал провицу. Я говорю про то, что которого танкует кислый. Вот провидец он провидец. Так вот он рога провицу сбивал же, ты чего, блин? Смотри, даже если я на краю круга... Слушайте меня, у меня прилетело два каста, двух мобов, то есть одновременно два. Если в меня прилетел бы один, я бы выжила, вот. Если жрецу сбивать на выходе каст, это на расстоянии в любом случае, либо магу, либо шаману, это придется делать сразу же. Первый, вот вы говорите, а, кару кастует, ну и ладно, можно пропустить. Так вот, если два каста выиграть... Так Фарада только что так и... Только что Фарада так умер. Походу без мутов мы это не можем нормально, да? Так. Если вы не понимаете, что проебываются танки, то это большая проблема. Блять, вот кто потанчит босса так, как я сказал, там, блять, чтобы реально, ну, не сдохнуть. Есть вообще желающие? Ну так а вариантов-то нет, мне только танчить с кислым. Попробуйте позбивать косты. Да, давайте я мобов половлю. Ну давай. Реально, давайте я ловлю, потому что, блять, ну, печально с мобами, реально. Понимаешь, мы вот стоим в центре, да, и появляется моб. Пока ты до него бежишь, он 10 костов даст этих своих. Не успеешь добежать там, ну, блять. Если бы у Протавара был рывок с рейнджой 100 метров, нахуй, я понимаю еще, блядь. Резай. Просто видео потом, если интересно посмотреть, это, ну, пока я до него бегу, он кастует. Не знаю, сколько вы бежите по времени, и что вы делаете. Но у вас 4 человека за это время падает, блядь. Денис, вот смотри. Вот еще раз две метки. Вот моб вышел он с того витража, он где трусы поставил. И вот со треугольника он дал каст. Короче, вот как там сбивать мне каст? Как мне его там, я вот таунтом даже не достану. Короче, все проще. Я просто потому что танчил моба, вот и видел его, я взял в метку его и побежал к нему. Я даже до края круга. Вот. Становишься вот сюда. Хорошо, а если моб, мой моб выходит с другой стороны? Да слушай, если выходят два моба, по одному даешь таунт, во второго чаржишься и ведешь. Я с той стороны прибегу, подхвачу. Понял? Ну. То же самое и ты. Не первый же раз станочек. Маленькие нюансы надо объяснять, что... Если я вижу, что у меня выходит два моба, я двоих забираю на себя сразу мгновенно со своей стороны, и мне похер, что там, блять, грубо говоря, один из них не мой. Джокера поднимите. Ковать с Войдом также.
Ну, каски. Вроде всем, да. Даю проверку. Меня слышно вообще? Угу, да. Это паники, как не знаю у кого. Хотя тут все реально легко и просто. Ну ты готов? Что-то хотел сказать и забыл. Бывает. Сантей здесь. Все здесь, поехали. Ты что скажешь с твоей стороны? Таун. Оставьте, не трогайте пока. Все, забирайте. Таун. Забрал. Стас, только сбить. Фир, отвернитесь. Значит, танк упал или что? Не дал он. Вот я сейчас нажал. Так что бабу жму. Там черный луч босса, по-моему, хуярит, нет? Че, касс сложно сбить? РДД провидца, босса, одни убиты. ВР поднимите, дайте дисплей, дал массаж. Даун. Держись, Пепси. Хила прохил, не успел порадовать. И хуже. Долго провидец живет. Таун. Невосприимчивость. Где мама? Будет боже. Новые вышли. Жрец. Жреца забрал. Где второй? Справа. Бьем, прохил. Подвернулись. Стелла до сих пор нет. Стунки. Умирал себя, прохил кара. Не надо кару сбивать, сбивайте, блядь. Подберите босс. Сидение. Забираю босс. Походу вам танчить надо, блять. Или войду перейти на протовара. Да хуй знает, нахуй, блять. Что там слов? Не восприимчивость, я не знаю за чего. Нормально там. Вот в том. Те временные рамки. В охуенные временные рамки. Потом видео могу скинуть.